Здравствуйте! В эфире YouTube канала 168 часов интервью с доктором политических наук Стэнфордского университета с политологом Артуром Хачикяном. Здравствуйте, господин Хачикян. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Господин Хачикян, сделаем исключение и начнем с последних глобальных развитий. На днях президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Это обусловлено тем, что Великобритания объявила о намерении предоставить Украине снаряды с объединенным ураном, или же это обусловлено с контрнаступлением Украины, о котором говорится уже долгое время? Это, безусловно, еще один шаг к эскалации, к серьезной эскалации. Вполне возможно, что это связано с тем, что Украина готовится к большому наступлению на фронте. И это может быть какой-то сдерживающий шаг. Но вообще, если посмотреть на ситуацию глобально, то мы такими широкими шагами идем к большой эскалации. И там есть вероятность, к сожалению, есть вероятность ядерного столкновения. Потому что мы видим, как шаг за шагом, какие-то шаги делаются одной стороной, какие-то шаги делаются другой. И может возникнуть такой момент, когда этот механизм просто начнет работать бесконтрольно. Так бывает. И такие случаи были во время Холодной войны. То, что мы сейчас видим, это очень-очень грустно. Это фактически развал всей системы международной безопасности и нового миропорядка 90-х годов. Это очень и очень печально, потому что с этим вот мое поколение, наше поколение связывали большие надежды. Нам обещали одну систему безопасности, если помните, общий европейский дом. Нам обещали, значит, мир от Ванкувера до Владивостока, о таких вещах говорилось. Мы думали, что человечество в конце концов может как-то сделать шаг вперед, осознать, как можно и как нельзя регулировать международную систему. К сожалению, возобладали те люди, которые решили, что безопасность надо обеспечивать односторонними шагами, в одностороннем порядке, что можно обеспечить безопасность одной стороны и не обеспечить безопасность другой. К чему это приводит, мы прекрасно знаем из истории международных отношений, но, к сожалению, они никого не слушали. И вот с таким вот фанатизмом, высокомерием они продолжают толкать всех нас в эту бездну. Произошли достаточно важные, значит, события. Если помните, Россия приостановила свое участие в договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений и по ядерным испытаниям. То есть это последние, остались три договоренности всей системы контроля над вооружениями, Arms Control, которая была создана начиная с 60-х годов. Mm-hmm. Фактически мы откатились назад в 60-е годы, и это действительно уже полная такая холодная война, которая может стать даже не совсем холодная. Она достаточно тепленькая, mm-hmm. и она может еще стать еще более теплой, тем более, что центр столкновения сейчас — это не Вьетнам, это не Корея, это не Афганистан, это сердце Украины и сердце России. Это очень опасно, обеим сторонам просто некуда отступать, и риски огромны. Поэтому я с большим удивлением смотрю на то, как лидеры, так сказать, мировых держав не осознают, с чем они играют. Этот шаг размещения тактических ракет, он может спровоцировать какой-то контршаг со стороны Запада. Размещение каких-то таких ракет, допустим, тоже тактических ракет, может быть, в Польше, mm-hmm. или, может быть, даже какая-то форма этого вооружения может быть передана Украине, после чего мы уже будем, так сказать, сидеть на бомбе замедленного действия. Mm-hmm. По-вашему, где та красная линия, за которой уже ситуация станет необратимой? Вы знаете, когда военные машины, такие сильные военные машины таких держав, да, мы фактически видим крупную европейскую войну. Когда эти военные машины начинают приближаться, может наступить момент, когда каждая из сторон будет оправдывать свои действия как оборонительные, но другая сторона будет видеть их как наступательные. То есть когда начинает вот эта спираль эскалации начинает развертываться, кто на что ответил, кто от чего защищается, уже в какой-то момент может наступить момент, когда это уже нельзя будет отличить. То есть Россия будет вынуждена делать какие-то шаги в ответ на шаги Запада, а Запад будет делать эти шаги в ответ на действия России. И эту спираль в какой-то момент, уже эта спираль может выйти из-под контроля. Угу. Это очень опасно. Это может быть случайность, человеческая ошибка, технологическая ошибка или просто вот эта эскалация. И не надо забывать, что у каждой из сторон около 5500 боеголовок, угу. каждая из которых в сотни раз сильнее, чем более разрушительно, чем бомба, которая была сброшена на Хиросиму. Угу. Не надо забывать, с чем мы играем.
это может просто закрыть последнюю страницу истории человечества. Господин Хачикян, Запад долгое время готовится к контрнаступлению Украины. Как вы оцениваете вероятность успехов такой операции? Я не знаю, не берусь судить. Конечно, очень основательно была перевооружена украинская армия, туда доставлено колоссальное количество военной техники и танки, теперь уже самые современные танки, о которых не говорилось в прошлом году, сейчас они уже там. Германия, да, немецкие танки, там английские, американские, французские. То действительно, это блок НАТО руками украинцев воюет против России. Это очень печально. Вы видите, какие там жертвы. Украина готовится к контрнаступлению, Россия тоже к нему готовится. Понятно, что это технологическая война, это война технологий, ну, как и всегда, можно сказать, в истории. Чем это закончится, я гадать не буду. Я только надеюсь, что когда-нибудь вот возобладает здравый смысл, и стороны пойдут на мирные переговоры. Но, к сожалению, было заявление со стороны Соединенных Штатов, представитель США сказал, что мы сейчас не пойдем на мир. Россия это, соответственно, тоже услышала. То есть будет кровопролитие. Уже 150 тысяч жертв, даже больше с украинской стороны, наверное, столько же с российской. Это большая трагедия. И это на совести тех, кто привели мир вот к такому состоянию, которые развалили систему международной безопасности. То есть вы видите эскалацию? Но этого трудно не видеть, потому что Украина к этому готовится. Угу. Запад помогает Украине и говорит, что на мир мы сейчас не пойдем. Они хотят освободить всю территорию Украины, а руководство Украины настаивает на Крыме. То есть это all or nothing, да, все или ничего. То же самое, и позиция России, соответственно, тоже такая бескомпромиссная. То есть Крым Россия точно не отдаст, и Донбасс, наверное, тоже. Угу. То есть, к сожалению, да, сейчас вот не видно перспективы мирного решения. По-вашему, сколько будет длиться эта ситуация? Вы знаете, я не хотел бы гадать, но мне кажется, что в течение года, может быть, даже 2 лет эта война может продолжаться. Это война на истощение, на технологическое, экономическое истощение. И, к сожалению, погибают десятки, сотни тысяч людей. Но даже если мы допустим, что будет перемирие, надо понимать, что даже после перемирия мы не вернемся в 2018 год, в январь 2018 года, этого не будет. Санкции останутся, разделение мира на альянсы идет полным ходом. То есть именно так, как и происходит в международных отношениях, когда возникает центральный конфликт между крупными державами, начинается формирование союзов, альянсов. Сейчас очень четко намечается союз, уже вчера вы видите, что происходит в Москве, четкий союз Москва-Иран. Иран заступается за нас, то есть получается, что мы хотим этого или не хотим, мы в этом альянсе. То есть Россия плюс Иран плюс Армения плюс, может быть, в какой-то степени Китай. Там надо быть осторожным, потому что Китай себя ведет осторожно, взвешенно. И НАТО с другой стороны. А в нашем регионе получается так, что против Ирана выступает Израиль плюс Азербайджан, плюс Турция, плюс США, плюс Великобритания. Вчера мы следили за визитом министра обороны Израиля в Азербайджан, да, да, да. То есть мы да. следили за заявлениями, которые делались там. Да, то есть хотим мы этого, не хотим, любим мы слушать западную музыку и там смотреть западные фильмы или сериалы, или не хотим, это ничего не меняет. Мы фактически находимся в альянсе сейчас с Ираном и с Россией. А против нас выступает США, Израиль, Британия, Азербайджан и Турция. И представитель США несколько дней назад сказал, что мы должны оказывать военную помощь Азербайджану, потому что у нас там интересы, потому что это противник Ирана. То есть две теории полностью провалились. Наши, вот, я не знаю, как их назвать, агитаторы, они вот эти проталкивают эти две теории. Первое, что если вы выйдете из союза с Россией, вам поможет Запад. Посмотрите, Азербайджан — это союзник России. Там есть официальное соглашение о сотрудничестве. Я не помню, как там, союзник, партнер, да, стратегический союзник, да, стратегический партнер. Слова ничего не меняют. Есть союз, но это совершенно не мешает Соединенным Штатам оказывать военную помощь Азербайджану. То есть то, что нам говорили, это была полнейшая ерунда. Если бы США захотели нам помочь, они бы нам помогли. Они сейчас эту помощь оказывают Азербайджану. И еще одна теория, которая потерпела крах, это теория демократического мира. Да, вот когда нам говорят, что демократия нам поможет, мы должны быть демократическим миром, мы должны, значит, защищать демократические ценности. Демократию мы все любим. Угу. Но оказывается, что демократия любит Алиева. А Алиева назвать демократом очень сложно. Это фактически авторитарный лидер, правильно? И оказывается, что Запад, США видят в нем своего союзника. То есть это вторая теория провалилась. Сейчас идет очень серьезная поляризация и в регионе, и в мире. И есть серьезные риски большой эскалации, большой войны. Сейчас нельзя быть глупыми и наивными.
Нельзя. У нашего народа есть такая тенденция историческая. Неправильно рассчитывать. Мы все время неправильно рассчитываем. Мы думаем эмоциями, верим в какие-то сказки. Как это было в 1920 году, когда мы половину Армянской республики мы потеряли. В 1920 году мы потеряли Карс, мы потеряли Арарат, мы потеряли Карабах и другие части. Это территория Армении того времени. Сейчас мы можем потерять все. То есть сейчас продолжать верить сказкам и думать эмоциями, сердцем, это может привести к большой трагедии. В отдельности я хотела обсудить заявление Блинкина на днях, который говорит, что Армения и Азербайджан уже могут подписать мирный договор, но параллельно, как вы говорите, он говорит, что у Азербайджана есть протяженная граница с Ираном и нужно помочь Азербайджану. Интересно, это не нарушает уже нарушенный баланс сил в нашем регионе, делая Азербайджан более агрессивным против Армении? Ну, мы помним, что долгие годы мы критиковали Россию, которая вооружала и Армению, и Азербайджан. А сейчас как-то мы нормально воспринимаем, когда Блинкен говорит о том, что США будет вооружать только Азербайджан. Вы совершенно правильно заметили, что, опять-таки, это наши пропагандисты, которые финансируются из определенных стран, они постоянно все пытаются ввалить на Россию, во всем обвинять Россию. Да, там есть какие-то вопросы, есть какие-то ошибки, о которых можно поговорить. Но почему-то они во всем обвиняют одну сторону, а другую сторону не обвиняют совершенно в том же, даже хуже. Фактически американская сторона заявила, что будет оказывать военную помощь Азербайджану, что нужно освободиться от этой статьи 907, которая ограничивает возможности оказания военной помощи. Он так и сказал, она нам не нужна больше. Причем надо принять во внимание, что у нас есть там достаточно значительная диаспора. И опять, к сожалению, наше руководство разрушило наши отношения с диаспорой. Да. Так вот, они продолжают помогать Азербайджану. А мы думали, что наша вельветовая революция, бархатная революция, я не помню, какой материал там был, вот, думали, что это нам обеспечит помощь демократического мира. Мы полностью провалились. Эта стратегия полностью провалилась. Оказывается, что за нас выступает Иран. Иран назвать западной демократией — это абсурд. То есть за нас заступается Иран, который в союзе с Россией. Нам это не нравится, то есть мы отрицаем реальность, да, по-английски denial, мы находимся в состоянии отрицания. Реальность такая, что мы наш естественный союзник — это Иран, он нас защищает, и Россия в какой-то мере нас защищает в какой-то мере, хотя мы так испортили с ней отношения, что будет дальше, трудно представить. А мы хотим быть в союзе с теми державами, которые помогают нашему врагу. Это абсурд, это полная некомпетентность. Или это некомпетентность, или это просто программа, это просто план по сдаче Армении. Власти Армении сказали бы, что мы получили наблюдателей Европейского Союза. Которые несколько дней назад сами признались то, о чем ваш покорный слуга говорил 2 года, что они ничего сделать не могут. Они не могут остановить азербайджанские силы, если они решат дойти до Джермука, допустим, войти в Джермук. Они их не смогут остановить. Они не смогут защитить население Арцаха. Никто не говорит об этнической чистке. Несколько месяцев назад только бывший премьер-министр Британии сказал, что там может быть геноцид. Только она сказала, Ли Страсс, ее сейчас нет. Никто из всех этих делегатов, эмиссаров, которые сюда приезжают, никто из наших уважаемых европейских блюстителей прав человека, никто не говорит, что там люди, которые находятся уже как 4-й месяц в окружении. Заметьте, что никакие санкции не были приняты против них, никакие решения Гаагского суда не повлияли. Наблюдатели из Европы какие-то записи делают в своих блокнотах, они вооружены, как они сами сказали, биноклями и блокнотами. Угу. То есть они дроны сбивать не будут. Понятно. То есть мы живем в какой-то непонятной реальности, как будто кто-то пытается нас загипнотизировать. Мы отказываемся видеть реальность. Реальность в том, что наши союзники — это Иран и частично Россия. Хотим мы этого или не хотим, вот так здесь будет. Линии разделения пройдут так. А Америка говорит, что они на стороне Азербайджана, и Израиль тоже на той стороне. Америка и Израиль — это крупнейшие стратегические партнеры. Там же и Британия, там же и Турция. Посмотрите, что здесь будет, что здесь может быть. И некоторые аналитики говорят, что да, нападение на Иран может быть отложено, но оно в конце концов будет. Америка и Израиль не могут позволить. И сказали об этом, и делали это десятилетиями. Они не могут позволить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. То есть, по-вашему, в итоге Азербайджан станет плацдармом для антииранских действий? Я думаю, это очень вероятно. И я думаю, что нападение будет. По крайней мере, удары с воздуха, воздушные удары будут. По-вашему, когда? После выборов в Турции или... Вы знаете, трудно сказать. Может быть, это как-то может быть связано с внутриполитическими процессами, но
когда по заявлению американского представителя, он уже 10 дней назад сказал, что через 10 дней у Ирана будет ядерное оружие. Как только Иран преодолевает этот порог, с ним разговаривать становится значительно труднее. И я не думаю, что они будут долго это откладывать. И в этой ситуации у нас, вот мы в таком неопределенном состоянии, с одной стороны говорим, что мы не можем обеспечить нашу безопасность, фактически эта эпоха мира провалилась. С другой стороны говорим, что у нас нет союзников, говорим, что Россия угроза нашей безопасности. Это абсолютный абсурд. Здесь идет какая-то очень такая активная такая кампания по запудриванию наших мозгов. Нам просто пудрят мозги, мы не понимаем, что происходит вокруг нас, какой план действий нашего правительства в такой чрезвычайно взрывоопасной ситуации, в которой мы находимся, и такое впечатление, что люди загипнотизированы. То есть в регионе будет большая война? Есть большая вероятность, есть риск, и к этому надо готовиться. А как готовиться, когда мы провалили нашу дипломатию? Мы не знаем, с кем мы будем работать. Еще раз, еще один раз ОДКБ предложила нам оказать военно-техническую помощь. Мы опять не отвечаем. Мы несколько раз отказались от этой помощи. Мы обвиняем их в том, что они нам не помогают, а когда они им предлагают помощь, мы говорим нет. Зато мы ждем помощи от Запада, который нам не дает помощь. Это абсолютный абсурд. Такое впечатление, что нами руководят люди, которые работают на какую-то другую страну. Потому что наш национальный интерес, они делают все прямо противоположное нашему национальному интересу. Они опять думают, что вот этими пиарами, да, вот этими конференциями, разговорами, восклицаниями, они что-то могут изменить. Посмотрите, наши представители опять вчера говорят о том, что будет угроза этнических чисток. Наконец-то они к этому пришли. Я приветствую это. Мы полтора года говорили, что надо об этом говорить. Наконец они заговорили. Ну и что? Есть ответ. Европа приняла санкции или вынесла резолюцию, что не позволит этнические чистки в Арцахе? Нет такого. Макрон в прошлом году писал, мы не оставим Армению. Я помню, я сам смотрел его интервью. Он говорил, мы не оставим Армению, мы стоим рядом с Арменией. Мы рядом с Арменией, плечом к плечу. Ну где? С какого плеча? Не видно. Прошло уже почти год. Понимаете, эти агитаторы, которые получают деньги для того, чтобы пудрить нам мозги, они не дают нашему народу осознать, в какой находится ситуация. И это правительство представляет интересы неизвестно кого, потому что оно делает все прямо наоборот. Азербайджан еще больше обостряет региональную ситуацию, особенно в течение последних недель и на армяно-азербайджанской границе, и в Арцахе. Это прелюдия новой войны или это давление с целью подписания соглашения? Что вы думаете о нашей ситуации? Конечно, это давление, военное давление, психологическое давление с целью вынудить подписать соглашение на выгодных им условиях, сдачи Арцаха и фактически этнической чистки Арцаха. А если они получат то, чего они хотят, то они могут применить силу. И если здесь начнется региональная война, они могут это использовать как повод. У Турции есть такая традиция, помните, Первая мировая война была использована для того, чтобы истребить население Западной Армении, Турецкой Армении или исторической Армении, называйте как хотите, они могут то же самое сделать сейчас. Они, если начнутся бомбардировки Ирана, внимание мира будет отвлечено, они могут прорубить этот Зангезурский коридор за несколько дней с помощью военной силы, тем более, что мы ничего не делаем, и подвергнуть геноциду населения Арцаха. Как будет позиционировать себя Россия? Россия находится в очень затруднительном положении, потому что сейчас готовится большое наступление, и Азербайджан использует это, он будет это использовать. Внимание России будет почти целиком отвлечено на украинский фронт, и здесь есть что-то сделать, и начать какое-то новое военное столкновение с Азербайджаном и его союзницей Турцией будет почти невозможно. То есть Россия будет в очень трудном положении. Если бы мы были в Москве, мы бы, наверное, думали так же. И Азербайджан это знает. В прошлом году, когда началась война на Украине, я сказал, что они это используют, они нападут. Ну, так и получилось. На какие шаги готов Иран? Мы так понимаем, что более сильно здесь будет Иран. Иран, если я не ошибаюсь, несколько раз предлагал нам военную помощь и недавно предлагал провести военные учения. Но дело в том, что та группа, которая находится у нас у власти, она ориентирована на Запад. Она ждет чего-то оттуда. Или ориентирована, или связана. Да. Вот. Поэтому реального военного сотрудничества с Ираном мы не разворачиваем, чтобы не обидеть наших западных партнеров, которые совершенно не беспокоятся о том, чтобы обидеть нас, потому что они говорят, что мы помогаем Азербайджану. У них с этим проблем нет, сказать нам, что они на стороне врага нашего. Но мы очень боимся их обидеть. Поэтому с Ираном мы не сотрудничаем. Иран предпримет ли какие-то военные операции здесь, я не думаю. Я давно говорил это. Есть люди, которые думают, что да, он может пойти на какие-то военные шаги.
Если он это сделает, это немедленно будет использовано как повод для массированного нападения на Иран. Это будет Азербайджан, Израиль, я уже говорил, Америка, Британия и Турция. Мы имеем новую ветвь напряженности в армяно-российских отношениях. Конституционный суд Армении признал римский статут. Перед этим Международный уголовный суд выдал арест на президента России Владимира Путина. А Россия считает абсолютно неприемлемым возможное присоединение Армении к римскому статуту Международного уголовного суда. И интересно, это не все. Из Армении звучат предложения арестовать Владимира Путина в Армении. Как вы оцениваете эту ситуацию, по-вашему? Как будет Москва реагировать? Ну, реакция была, но, по-вашему, как будет реагировать дальше Россия на вот такие шаги? Во-первых, это решение Международного суда очень странное, потому что если рано или поздно нужно будет подписывать мирный договор, с кем вы будете его подписывать? Это Путин же лидер страны, с которой вам придется договариваться. Угу. Это очень странное решение. Тем более, что крупные державы этот суд не признают. Если вы помните, США не признает юрисдикцию этого суда, когда суд пытался начать расследование в отношении американцев, которые совершили преступление в Ираке. Там была тюрьма, помните, Абу Ghraib, по-моему, где пытали иракцев и так далее, к сожалению. Ну, американцы — это люди, такие же, как мы все, понимаете, они не ангелы. Вот когда это решение было вынесено, ну, Америка пригрозила этому суду санкциями, это закончилось. Так что это неумное решение. Что хотят... Вот наше решение сейчас, которое может привести к такой ситуации, это очень странное решение. Почему мы занимаемся этим? Почему мы обслуживаем интересы каких-то других держав, вместо того, чтобы обслуживать свои интересы? Я не понимаю. Кто это будет реально делать? Это вообще... Знаете, если бы такие разговоры происходили во дворе, где-то в беседке или на автобусной остановке, я бы это понял. Но когда это говорят люди, которые исполняют обязанности нашего правительства, членов нашего парламента, это очень трудно объяснить. Как эти люди туда попали и что они думают, как они это представляют. Путина арестовывать, это даже не смешно. А уже сделан намек на экономические санкции. Будет ограничен импорт армянских молочных продуктов. Следующие могут быть вина, коньяки. Там продуктов много. И эти рычаги влияния у Москвы есть. Не надо забывать про газ. А что если... Ввиду того, что мы так упорно хотим испортить отношения с Россией, а если поднимется цена на газ, наше население готово к этому? Я не думаю. Потому что опыт показывает, что мы очень больно реагируем на размеры нашего кошелька. То есть если здесь несколько раз поднимутся цены на продукты, что будет делать наше население? Что мы опять поднимем всем зарплаты, чтобы это компенсировать? Это нельзя делать, потому что начнется инфляция. Правильно? Я не экономист, но, по-моему, будет так. То есть делается все наоборот. Я не понимаю, как можно все делать наоборот. В такой ситуации, когда через несколько дней могут начаться вот воздушные удары против Ирана, и Азербайджан может попытаться силой что-то захватить. В такой ситуации портить отношения с Россией еще больше. Они и так были уже в страшном состоянии. Помните, когда руководитель государства говорит, что Россия угрожает нашей безопасности, когда представитель МИДа России сравнивает нашего лидера со Швондером из «Собачьего сердца». Да. Ну, куда еще хуже. Вы посмотрите, как работают наши враги и как работают мы, как работаем мы. У Турции и Азербайджана прекрасные отношения и с Россией, и с Европой. Они умеют заниматься дипломатией. Мы как какие-то невоспитанные дети. Это дети. Они не знают, что такое дипломатия. Они думают, что надо говорить то, что думаешь. Причем в таких вот формах. Оскорблять представителей страны, которые имеют военное присутствие на территории вашего государства. Это дети, у которых нет образования, нет опыта. Я не удивляюсь, что мы в таком состоянии. Господин Хачикян, у вас есть впечатление, что они идут к срыву армяно-российских отношений? Да, у меня есть такое впечатление. Потому что столько ошибок сделать случайно, это очень трудно. Столько дров наломать случайно, это трудно. Мне кажется, что это план. Это план нас оторвать любым способом. И это нужно Западу, чтобы Армении не было. Армения здесь появилась после развала Российской империи, после развала СССР, правильно? Этот кусочек им мешает. Им мешает. Турции он точно мешает. Турция хочет большое государство, большое турецкое, азербайджанское государство. Мы как кость у них в горле, мы им мешаем.
Западу мы тоже мешаем, потому что у нас есть манера обращаться к России за помощью, чтобы Россия нас защитила. И, ну, я не буду говорить про историю. Угу. Вот. Но у нас есть вот такая манера. И когда пока мы здесь есть, мы можем быть плацдармом для России. Мы тоже, им тоже мы не нужны. Если бы у них были какие-то интересы здесь, в Армении, им не было бы трудно, так как сделал Иран, заявить, что они гарантируют границы Армении, гарантируют безопасность народа Арцаха, что не допустят этнических чисток, угу. и хотя бы пригрозить санкциями. Ничего этого они не сделали. Заметьте, в Косово они это сделали, потому что там у них были интересы ослабления Сербии. В Косово они помогли албанцам отколоться, да, отделиться от Сербии. Ситуация очень похожая. Там были этнические чистки, здесь есть этнические чистки, еще будут. Если бы они хотели нам помочь, они бы это сделали. И эти сказки, что мы должны сначала отказаться от России, потом они скажут. Или угу. кто-то там что-то услышал в каких-то коридорах. Это настолько несерьезно, это настолько по-детски. Потому что, посмотрите, Азербайджану они помогают. Азербайджан в прекрасных отношениях с Россией, у него есть подписанный какой-то союзнический, не то партнерский договор. У них есть это соглашение, они им помогают. Значит, и нам тоже могли бы, если бы хотели. Нет интересов. Интересы не здесь. Интересы в Азербайджане, в Турции. Интересы направлены против Ирана и против России. А Иран наш естественный союзник. Понимаете? Тут ребенок бы разобрался. Мне просто смешно, что мы очень хорошо играем в шахматы, да, у нас сильная шахматная школа. Шахматы гораздо сложнее, чем это. Тут ничего сложного нет. Вы видите, эти страны сами своим поведением вам показывают, с какой они стороны. Эти союзы формируются на ваших глазах, тут ничего трудного нет. И открыто заявляют. И открыто заявляют, тут не шахматы, тут даже не шашки. Mm-hmm. Это очень легко. Mm-hmm. Вы видите, кто с кем. Но вы продолжаете отрицать реальность. Вы живете в какой-то сфере своих каких-то, не знаю, детских, может быть, какие-то детские мечты были в свое время. Или вы так любите Запад, что вы думаете, что если вы любите Запад, то Запад вас любит, и Запад вам поможет. Или, не знаю, может быть, вы рок-музыку слушаете. И вот мы все время думаем чувствами, мы все время смешиваем стратегию, международные отношения, международную безопасность с чувствами, с эмоциями, с культурными какими-то явлениями, с нашими предпочтениями, да, вот куда мы любим за одеждой ехать, да, если мы любим там в Милан или в Париж, значит, Милан и Париж нам ракеты пошлют. У нас вот как-то вот с мышлением у нас как-то сложно, мы не понимаем разницу между шопингом, музыкой, культурой, там, Netflix'ом и ракетами. Танками. Посмотрите, какая помощь предоставлена Украине. Да. Это беспрецедентно. Это скоро уже $200 миллиардов. 200 миллиардов долларов, по-моему, это два раза военный бюджет Турции, если я не ошибаюсь. Понимаете? Посмотрите, какая военная техника туда направляется. Если бы нам дали несколько систем вот, защиты против, допустим, дронов, это бы резко повысило нашу боеспособность. Нам этого не делают. Да. А если дать не могут, хотя бы деньги дали бы, чтобы мы это купили. Этого тоже не делают. А Азербайджану деньги дают. То есть вся эта вот так называемая прозападная вот эта агитационная кампания, она лопнула. Все аргументы лопнули. Демократия помогает авторитарному Алиеву, Америка помогает авторитарному Алиеву, союзнику России. Ну вот. Ну объясните теперь. Понимаете? Аргументов нет. У них нет аргументов, поэтому они занимаются теми детскими играми на соцсетях. Ну, на этом фоне в Армении крайне антироссийские настроения. Ну, здесь работает пропаганда. Здесь работает очень такая хорошая, хорошо финансируемая машина. То, что мы не согласны с некоторыми действиями России, понятно, я тоже не согласен. Но интересно, что во всем обвиняют одну сторону, а другую нет. Да. Запад ничем не осудил Турцию за то, что она фактически выиграла войну. 3 года назад уже почти, да? Никакого осуждения не было, никаких санкций против Азербайджана не вводится. Военная помощь окажется Азербайджану. Никто не говорит о правах армян, народ, который один раз уже подвергся геноциду. Да. Никто не говорит, что мы не позволим, чтобы была этническая чистка в Карцахе. Никто. Но Запад никто ни в чем не обвиняет. А Россию обвиняют во всем. То есть видно, что это предвзятость, тут взвешенного анализа нет. Какой выход из такой сложной ситуации вы видите? Надо понять тем людям, которые сейчас руководят нашей республикой, что ситуация очень взрывоопасная, очень опасная. Это может быть, мы идем к большой региональной войне. И в такой ситуации иметь вот некомпетентное эмоциональное правительство, которое не совсем понимает, что такое международные отношения, это очень опасно. По крайней мере, как минимум, хотя бы пусть придут какие-то советники. Они могут продолжать сидеть на пресс-конференциях и говорить о том, как покрышка слетела с машины, да, пусть продолжают. Но пусть рядом сидит какой-то другой человек, который хотя бы подсказывает им,
или что-то говорит за нас, или подсказывает им, что можно и что нельзя делать. Потому что эти люди, они не могут управлять нами, они не понимают, что такое дипломатия, потому что посмотрите по фактам. Посмотрите по фактам, прошло 5 лет, правильно? Мы потеряли совершенно все. Мы потеряли всю нашу дипломатию. У нас нет союзников, рядом с нами никого нет. Посмотрите по фактам. Им нужно понять, что болтовней, пиар-компаниями, вот криками, потряхиванием пальца вопросы не решаются. Это дипломатия, у нее есть свои законы. Да. Если они хотят остаться, хотя бы пусть компетентных кадров приведут, хотя бы пусть найдут кого-то, кого-нибудь. Если нужно, из-за границы, если хотят. Откуда хотят? Но каких-то компетентных людей, которые могли бы помочь нам выйти из этой ситуации, потому что риски огромные. И в конце концов нам нужно знать, какой у нас план. Мы не понимаем, какой у этого правительства план. Что мы будем делать? Какой у нас план? Что мы делаем сейчас? Я не понимаю, что мы делаем. Мы как-то разъезжаем по всему миру. Мы идем к миру. Каким образом? Мир может быть разный. Как я много раз говорил, западные армяне пришли к своему миру, их вырезали. Тут тоже может быть мир. В Ереване может быть очень мирная турецкая какая-то провинция. Мы будем жить, если мы успеем добежать до аэропорта, мы будем жить в Москве, в Краснодарском крае, в Париже и в Лос-Анджелесе. Мы этого хотим. Это тоже мир, это тоже вариант. Они постоянно употребляют риторику, пустые слова, вместо того, чтобы сказать конкретно, какой мир, а какой мир, на каких условиях, что будет с нами, что будет с карабахцами. Понимаете, это опять-таки пустая риторика, демагогия. Это не помогает сейчас. Спасибо большое, господин Хачикян. А я напомню, что мы беседовали с политологом Артуром Хачикяном. До новых встреч!